В Музее спортивной славы вспоминали не только, как паралимпийская сборная России сражалась за медали, но и как сотни волонтеров, спортсменов, паралимпийцев, людей с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в первой в истории России эстафете паралимпийского огня. За вклад в развитие спорта сочинские спортсмены получили благодарственные письма от администрации города. По такому случаю музей на некоторое время даже стал площадкой для спортивных баталий. Это большой такой этап жизни, к которому мы шли здесь, в Сочи, достаточно долго. 12 лет занимались спортом. Вот. Мы шли к этому долго. Организовали спортивную свою организацию, где до сих пор работаем, учим молодых спортсменов, потому что освоили уже очень много видов спорта. Сегодня в Сочи горожане с индивидуальностью живут насыщенной и активной жизнью. Паралимпиада изменила судьбы многих из них. На курорте создан Центр физкультуры и спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, где занимаются более 200 человек.